Тайна вашего дня рождения. Число рождения и судьба. Число вашего рождения может многое рассказать о вашем характере и судьбе. Если вы родились 1 числа, то вы лидер. Вы родились с врожденной способностью управлять и демонстрировать свою силу. Независимость является важным достоинством для вас. Вы дышите творческим огнем и способны стать хозяином собственного бизнеса. С другой стороны, эгоцентризм может привести к проблемам в отношениях. Если вы родились 2 числа, то вы дипломат. Вы рождены со способностью сопереживать. Равновесие и интуиция являются ключевыми моментами для вашей счастливой жизни. Вы хотите видеть улыбки на лицах других людей, но ваше доброе сердце легко разбивают люди, которые вас не понимают. Красота, искусство и музыка помогут вам обрести гармонию в жизни. Вы прекрасно работаете в команде. Если вы родились 3 числа, то вы энтузиаст. В вашем сердце горит искра творчества, а глаза сверкают чистым светом. Это привлекает к вам других людей, которые считают, что в вас есть что-то особенное. Ваша харизма поможет вам во всех областях жизни, особенно в работе с обменом информацией. Если вы родились 4 числа, то вы надежный. Других привлекает ваша способность дарить людям надежду и силу. На вас многие полагаются и доверяют. Вы трудолюбивый человек, но в то же время довольно чувствительный. Будьте осторожны, так как ваша энергия быстро истощается. Если вы родились 5 числа, то вы собеседник. Ваши навыки общения бесценны. Вы способны обворожить человека словами и можете использовать этот талант в коммерческих целях. Путешествия принесут вам финансовый, профессиональный и личный успех. Если вы родились 6 числа, то вы любовник. С юных лет вы ищете свою вторую половинку. По этой причине вы почувствуете себя целым только тогда, когда найдете ее. Отношения имеют для вас важную роль, и вы способны создать хорошую семью. Вы интуитивно чувствуете настроение своих близких и знаете, что делать. Если вы родились 7 числа, то вы провидец. Ваше число говорит о хорошо развитой интуиции, остром уме и склонности к философствованию. Вы настоящий провидец, а ваши идеи способны изменить мир. К сожалению, другие люди могут легко повлиять на вас и истощить ваши силы. Вам нужно научиться больше времени проводить в одиночестве. Если вы родились 8 числа, то вы босс. Сила, которой вы обладаете, невероятна. Вам нужно работать в одиночестве, так как вы не очень легко ладите с партнерами. Возможно, это связано с проблемами управления и вашей властью. Вы также обладаете прекрасным чутьем к зарабатыванию денег. Используйте его, и ваш успех будет значительным. Если вы родились 9 числа, то вы гений. Хотя это не так очевидно, но вы настоящий гений. Ваша мудрость помогает вам обогащать свой опыт и расширять свой кругозор. В вашей жизни случаются моменты, когда все загадочным образом рушится. Это связано с тем, что вы живете по пути важного кармического значения. Возможно, вы подозревали об этом. Используйте свою мудрость. Если вы родились 10 числа, то вы реформатор. Понимаете вы это или нет, но вы рождены для того, чтобы менять правила. Где бы вы ни появлялись, ваша аура меняет все вокруг, и вы являетесь частью этого огромного механизма. Вы от природы умеете справляться со сложными ситуациями и способны вести людей за собой. Если вы родились 11 числа, то вы уравнитель. Равновесие является ключом к безмятежности вашей души. Вы рождены, чтобы находить золотую середину в любой ссоре или в партнерстве. Ваша интуитивная натура помогает вам найти самое подходящее решение для любой проблемы. Умение поставить себя на место другого человека помогает вам почувствовать, когда что-то идет не так. Вас легко обидеть, поэтому вам стоит больше времени проводить, занимаясь медитацией.
Если вы родились 12 числа, то вы – катализатор. Вы обладаете невероятным запасом энергии, которая, если направить ее в нужное русло, способна изменить жизнь других людей. Ваше тело как будто устроено по-другому. Благодаря этой энергии вы обладаете большим творческим потенциалом и богатым воображением. Однако, если вы в плохом настроении, вы можете стать опасным. Если вы родились 13 числа, то вы – победитель. Энергия и упорство являются для вас ключевыми моментами. Вы действительно обладаете способностью достичь практически любой цели, если научитесь совмещать иногда совсем разные мечты. Вы упорно работаете и сможете добиться большего, если сконцентрируетесь на своих целях. Если вы родились 14 числа, то вы – путешественник. Ваше число говорит о чем-то важном. Вы усваиваете важный кармический урок. Возможно, вы заметили, что в вашей жизни все легко меняется, и за один день вы можете как добиться многого, так и оказаться в ловушке. Именно энергия этого числа определяет вашу личность. Вы рождены исследовать, и вам нужно путешествовать. Если вы родились 15 числа, то вы – чародей. В вашей ауре присутствует что-то уникальное, что очаровывает и привлекает людей вокруг. Ваша личная притягательность настолько сильна, что вы пользуетесь этим как в личной, так и в профессиональной жизни. У вас также есть талант в искусстве. В личной жизни вы все время требуете внимания. Если вы родились 16 числа, то вы чужеземец. Ваше число говорит о том, что вы пришли из другого пространства. Возможно, с ранних лет вы подозревали о том, что не похожи на других. Это связано с тем, что вы рождены для создания нового мира. Также есть вероятность того, что вам нужно искать иные миры. Вся ваша жизнь – это мощное кармическое послание. Вы рождены для великих дел, в том числе и в материальном плане. Если вы родились 17 числа, то вы – подарок. Похоже, что вы наделены даром, который делает вас уникальным. Прислушайтесь к своему сердцу, и ваша интуиция подскажет вам путь к успеху в любой сфере вашей жизни. Вы по-настоящему одаренный человек, чьи способности только предстоит раскрыть. Искусство может помочь вам выразить свою мощь. Но вам нужно прислушаться к себе и идти по пути, на котором вам будет комфортнее всего. Если вы родились 18 числа, то вы – вдохновение. Ваше число наделено божественной энергией. Хотя вы способны стать лидером, вам лучше направить свои силы на различные проекты. Вы умеете поставить себя на место другого человека, и если будете развивать эту способность, сможете расширить свои знания в любых областях. Ваш удивительный ум и творческие способности обеспечат вам успех, если вы будете терпеливы. Если вы родились 19 числа, то вы триумфатор. Вы думаете только об одном – как преуспеть во всех сферах вашей жизни. И похоже, что вы способны это сделать и довольно легко. Вашим способностям завидуют другие люди. У вас есть что-то особенное, что помогает вам открыть любые двери и возможности. У вас притягательная аура. Используйте ее, чтобы привлечь удачу. Если вы родились 20 числа, то вы эмпат. Практически невозможно заглушить ваши природные интуитивные способности. Они настолько сильны, что могут отпугнуть других людей. Хотя ваши способности помогут вам во многих сферах жизни, вам нужно защищать себя время от времени, так как все ваши эмоции способны превратить вас в бомбу замедленного действия. Если вы родились 21 числа, то вы – грация. И знаменитость. С ранних лет у вас большой круг знакомых и друзей. Даже если вы не любите компанию других людей, вы, возможно, заметили, что другие нуждаются в вашем внимании, так как вы обладаете многими талантами и умеете общаться. Это то, что отличает вас от остальных. Если вы родились 22 числа, то вы калибратор.
Удивительно, как легко вы можете превратить проигранное дело в успешный проект. Это получается у вас естественным образом, так как ваши интеллектуальные способности прекрасно сочетаются с вашей интуицией. Ваш ум и сердце способны творить чудеса, если вы научитесь сохранять этот баланс. Главное – терпение. Если вы родились 23 числа, то вы – медиум. Ваш духовный магнетизм создает ауру притяжения вокруг вас. Если вы научитесь пользоваться своими навыками общения, то в сочетании с вашей харизмой вы способны стать по-настоящему знаменитым и успешным. Это тот особенный дар, который вам нужно научиться использовать. Если вы родились 24 числа, то вы – воспитатель. Ваша добрая душа рождена для того, чтобы дарить любовь и привязанность всем вокруг. Эта способность делает вас уникальным и бесценным человеком. Люди часто становятся зависимыми от вас и, к сожалению, легко питаются вашей энергией. Это то, с чем вам нужно научиться справляться, если вы не хотите просыпаться истощенным. Если вы родились 25 числа, то вы – проводник. Вы умеете добиваться своих целей и всегда стараетесь завершить начатое. Однако это не всегда идет вам на пользу. Вам не всегда нужно анализировать и тратить столько сил на завершение проектов. Особенно, если проект больше не удовлетворяет вашим потребностям. Чаще медитируйте и проводите переоценку своих целей. Если вы родились 26 числа, то вы – сила. Возможно, вы знаете о том, что ваша сила выходит за пределы времени и пространства. Более того, вы решительны и можете легко переубедить других. Но вам не стоит пытаться управлять другими людьми, так как даже в случае первоначального успеха вы можете столкнуться с тяжелыми последствиями. Ваше число напоминает о том, что вам нужно сохранять уверенность, но и прислушиваться к другим. Если вы родились 27 числа, то вы – аналитик. Вы обладаете удивительной способностью анализировать явления, людей и ситуации. Вы умеете справиться даже с самой сложной задачей, а это именно то, чем восхищаются другие люди. Однако вам важно обрести внутреннее спокойствие, так как ваша психика нуждается в отдыхе. Любовь поможет уравновесить вашу жизнь. Если вы родились 28 числа, то вы авантюрист. Препятствия возникают и исчезают, но вам всегда есть, что заявить этому миру. Но вы не легкий игрок. Если кто-то бросит вам вызов, ему стоит 100 раз подумать. Одним из ваших талантов является способность менять итог проектов. Когда все идет коту под хвост, вы будете первым, к кому обратятся за помощью. Однако вам стоит избегать риска. Если вы родились 29 числа, то вы советник. Вы обладаете способностью справедливо судить и давать дельные советы. Ваш телефон, возможно, разрывается от звонков людей, спрашивающих, что им нужно делать. Хотя это приносит вам внутреннее удовлетворение, если такое случается слишком часто, это сводит вас с ума. Вам нужно научиться находить оптимальное соотношение между потребностями других людей и вашими желаниями. Если вы родились 30 числа, то вы – харизма. Да, у вас есть что-то особенное. И это что-то настолько сильное, что вы способны притягивать к себе нужных людей. Вы искусный собеседник, дипломат и шоумен. У вас лучше всего получается работать в группе. Вы можете быть хорошим лидером команды, благодаря вашим бесценным интеллектуальным способностям. Если вы родились 31 числа, то вы алхимик. Ваше число говорит о ваших организаторских способностях, которые помогут вам вести плодотворную жизнь, полную изобилия. Вы умеете упорно работать, и уровень вашей энергии достаточно высок. Вы творческий человек и прирожденный победитель. Вашей внутренней дисциплине можно позавидовать, хотя другим бывает сложно с вами работать. Позвольте им хоть иногда вам помогать.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.